Всем доброе утро. Сегодня 27 июля. Утро, собственно говоря, раз оно доброе, да. Хочу показать, как распустился сорт Анны Борисовны Ворошиловой марципан. Вот такой красавец с призматическим глазом. Такого сливового цвета. По большому счету, первый такой призматический сорт в моей коллекции. Как-то вот не получалось, либо не получалось приобрести то, что доступно, либо, в общем-то, очень, ну, достаточно дорогие призматические сорта, они до сих пор дорогие. И вот у Анны Борисовны вот сумела приобрести такую вот красоту. Господи, сплошной вот. Он не маленький, достаточно большой цветок с жилкованием. Смотрите, лепестки здесь это видно. Очень приятного тона. И вот этот вот необыкновенный глаз. Так что мы сегодня на него полюбуемся. Благополучно его срежем, чтобы он дальше нарастал. Пока у него, к сожалению, вееров там не видно. Вот. Следующий вот на подходе, либо... А нет, Пандору Трэжа надо срезать, чтобы тоже не истощалось. Вот. И у нас останется еще Латифа. Ну, от Латифа я в этом году ничего не жду, потому что там радужный должен быть глаз. Такой с белыми пятнами. Очень необычный. Там марципан. Вот такой красавец. Вот так вот он смотрится. Очень здорово, на мой взгляд. Так что Анна Борисовна, она мастер в разных качествах. И по части радужных глаз, и по части призматических. Вот такая красота. Пока на сегодня все.